Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве Huawei Y7 Prime 2018 добавить отпечаток пальцев. Для этого вам нужно перейти в настройки, затем в раздел безопасности конфиденциальность, и здесь выбираем отпечаток пальцев, управление отпечатком пальцев. Затем добавляем дополнительный способ разблокировки телефона, это может быть графический ключ, пин-код или пароль. Например, пусть будет пин-код. Вводим пин-код. Затем его повторяем. Затем выбираем функцию отпечатки пальца. То есть вы можете поставить его как для разблокировки экрана, доступ личные, или же для заблокированных приложений. Затем находим датчик отпечатков пальцев и прикасаемся к нему пальцем несколько раз, примерно таким вот образом. И зарегистрировано. Окей. И теперь при помощи отпечатка пальцев вы можете, к примеру, разблокировать устройство. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока.